Накануне профессионального праздника врачей Московской областной психиатрической больницы номер 5 поздравили председатель общественной палаты Мария Дайн и председатель окружного совета Рита Тихомирова. Здесь всегда такой могучий, такой коллектив с таким позитивным, радостным настроем. Наверное, по-другому быть и не может, потому что недуги тяжелые, лечатся, поднимаются. Предприятие имеет высочайший авторитет. Высочайший авторитет, это я ответственно говорю, потому что это на территории моего избирательного округа предприятие находится. Здесь, что самое главное, сохраняется преемственность. Преемственность вот этой фундаментальности, преемственность вот этого позитивного настроя и, безусловно, высочайшего профессионализма. Психиатрической больнице номер 5 больше 80 лет. Она была открыта в 1938 году. Территория больницы 14 гектаров. Здесь расположено 12 корпусов. Надеемся, что в этом году, в эту пандемию, нам не придется разворачивать ковидные койки, чему мы будем, конечно, рады. Но если это потребуется, то мы готовы в двое суток развернуть и оказывать помощь психически больным, способствующим заболеваниям ковид. Порядка 700 человек работает в 5-й больнице. Это настоящие профессионалы своего дела. За особые заслуги многих сотрудников отметили почетными грамотами. Хочется пожелать, конечно, здоровья, крепости духа, чтобы они держались и вот боролись с этой ситуацией, которая нас вот настигла, да, чтобы нам, волонтерам, было меньше работы. День медицинского работника – особенный праздник. Это событие – хороший повод произнести слова благодарности людям, которые выбрали такую трудную и ответственную, но почетную и необходимую профессию. Галина Купцова, Полина Иноземцева, Кирилл Емельянов. Программа «События».